שלום שלום, תודה שאתם איתנו היום. אני איתן שישקוף והשותף שלי סשה קובנטור. שלום שלום, я איתן שישקוף и мой партнер Саша Ковнатор. אנחנו ממשיכים בנושא של העבר או שאול לנפש או שער לייעוד. Мы продолжаем цикл с названием «Прошлое является ли оно адом или воротами в будущее». כבר הבאנו לכם שלוש עובדות. Мы уже вам дали три факта. אחד, שאלוהים ברא אותנו כמו שאנחנו. Во-первых, что Бог сделал нас такими, какие мы есть. וזה טוב. И это хорошо. חשוב להסכים עם זה דרך אגב. И, кстати, очень важно с этим согласиться. והעובדה השנייה היא... Второй факт в том... שהודיה היא... השער לייעוד שלנו. Что благодарность является воротами к нашему предназначению. כשאנחנו מודים לאלוהים, זה מביא אותנו לפניו. Когда мы благодарим, мы приносим себя в Божье присутствие. אז אפשר לקבל חיזוק, חידוש, עידוד. И можно получить усиление, обновление, ободрение. והעובדה השלישית זה של לשכוח את מה ש... יש לנו אחרינו. И третий факт – забыть то, что находится позади нас. זה מביא אותנו קדימה. Это приводит нас, толкает нас вперед. ובוא נתחיל עם כמה עוד דוגמאות, סשה, של העיקרון הזה. И давай еще посмотрим несколько примеров вот этого принципа. שוב ושוב אנשים בתנך היו יכולים להתאפס בתוך העבר. Снова и снова... Библейские персонажи есть возможность схватиться за свое прошлое. Май Моше. Что, например, с Моше? У Итхил Бенар. Он начал с реки. Кен, ше има айта хаевет лизрок ото латох нахар. Его родная мать должна была его выбросить в речку. У Ибед это мишпаха тивит шело. Он потерял свою естественную семью. Ахрей зе у ая хаяв ливрох ме Мицраим. Потом он должен был потерять свою родину, Египет. Велахен 40 шана бамидбар. И жить 40 лет в пустыне. Ве аз ху амад негед паро, а бен адам хи хазак баолам. И после этого он противостоял фараону, самому сильному человеку в мире. Саша, ло нидме ли нусха ла ацлаха? Саша, мне не кажется это формулой для успеха. Авал бесов, анахну йодим, ше Моше хоци эт Исраэль ме Мицраим. Но в конце мы видим, как Моисей выводит евреев из Египта. Велухим натан ло эта итгалут шел хатора ацма. И Бог дал ему откровение самой Торы. Ма им Рут? Что с Руфью? Рут ида это Баала, это Аба шел Баала. Руф потеряла своего мужа и своего свекра. И нишара бамоав бли ахнаса. Она осталась в Моаве без источников дохода. И после того, как она оказалась в Израиле, у нее не было семьи. Была иностранка, моавитянка. Но из-за того, что она отказалась... Держаться за прошлое. Аз и кибел йуд ватид меод меворах. Она получила предназначение очень благословенное. Вавха льот саба раба шел мелех Давид. И стала прабабушкой царя Давида. Од иша хана. Еще пример хана. И айта акара бли еледим. Она была неплодной. И савал ме תחייה וצחוקים מהאישה האחרת של אלקנה. Она страдала от издевок и подколов от другой жены. אחרי זה הכהן האשים אותה שהיא הייתה שיכורה. И в конце концов первосвященник обвинил ее в том, что она была пьяной. אבל היא המשיכה להאמין באלוהים. Но она продолжала и продолжала доверять Господу. В Иуд Беатид шла. И в Божье предназначение для ее жизни. Авхалиот имашел Нави Гадол. И она стала матерью великого пророка.
ואנחנו יכולים להוסיף גם דוד. И мы можем добавить также Давида. И אנחנו יודעים שדוד היה נאמן. Мы знаем, что Давид был верен. אבל הוא היה מאושם על ידי פשעים נוראים, על ידי מלך שאול. Но его обвиняли в тяжелых обвинениях перед царем Шаулем. И Шауль его преследовал. Раца להרוג אותו. Хотел его убить. והוא הפך להיות כמו פליטים, כן? И можно сказать, что он стал беженцем. אבל יחד עם כל זה, אחרי כל זה, но вместе с этим всем, עבר שלא נראה מבורך בכלל, прошлое, которое совсем не кажется благословенным, Elohim הרים אותו להיות מלך ישראל. Бог поднял его до уровня царя Израиля. ואנחנו שרים עליו. И мы поем о нем. Давид, мелех Исраэль, хай, хай, векаям. Давид, царь Израиля, живет и существует. וכשאנחנו קוראים את התהילים שלו, и когда мы читаем его псалмы, вообще, כבר קראנו, которые мы уже читали, יש מפתחות ואישיות של בן אדם שהוא בטח באלוהים. Есть ключи и личность самого человека, который полагался на Бога. В каждой ситуации. Так что очень рекомендуется читать книгу Псалмов. Особенно, когда мы внутри противостояния. С нашим прошлым. Четвертый факт. Последний из тех, который мы вам дадим. В том, что наши слова... או ישים אותנו בבית כלא, или поместят нас в тюремную камеру, או ישחררו אותנו, или освободят нас. ואנחנו רואים את זה גם באנשים שכרגע דיברנו עליהם. Мы видим это в жизнях также тех людей, которых мы только что упомянули. כמה פעמים אמרנו שיש בחירה. Несколько раз мы упомянули, что есть выбор. או שאול או שער. Или ад, или ворота. זה עלינו לבחור. И мы должны выбрать. Ты в харутов. Выберите хорошо. Забидюк Маше, Маше Моше Амар ле Исраэль. И это то, что Моше сказал Израилю. Беперек ламет перек шлошим деварим. В 30 главе книги Второзакония. Пасук 19. 19 стих. Хаидоти бехем хайом эт хашамаим вэт хаарец ахаим вэхамавет. Натати лифанеха הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. Я призываю ныне в свидетели небо и землю. Жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Выберите жизнь, и тогда вы и потомки ваши будете живы. והנה עוד מפתח. Вот и еще ключик. שאני נותן את רצוני לאלוהים. Когда я отдаю свою волю Богу. ואני מכריז על ההחלטה הזאת. Я провозглашаю это решение. אז זה פותח את הדלתות לפני. Это открывает передо мной все ворота. זה מביא השמיים לארץ. Это приносит небо на землю. זה מבטל על הכללות נגדי. Это отменяет проклятие против меня. דרך אגב, לפעמים הכללות נובעות מפי. Кстати, очень часто проклятия происходят из уст. ואז אלוהים מדריך אותי. И Бог ведет меня. למעשים טובים. К хорошим делам. לייעוד מבורך. К благословенному предназначению. שאני יכול להשפיע על אחרים לטוב. Когда я могу повлиять на остальных в лучшую сторону. אבל לפעמים אנחנו זורקים מילים בלי לחשוב. Но иногда мы пользуемся словами, не подумав. אני מקווה שלא, אבל אולי אתם אמרתם משהו כזה. Я надеюсь, что нет. Но, может быть, вы говорили что-то похожее. גם נגד עצמנו, גם נגד אחרים. Также против себя и против других. אני לא יכול לעשות שום דבר באופן נכון. Ой, я ничего не могу делать так, как надо. הוא תמיד סותם לי את הדרך למשהו שאני צריך. Он или она все время переходит мне дорогу, когда нужно. או חס וחלילה לילד, או בן או בת זוג,
у мишу хер. Или, не дай бог, на ребенка или на супруга. Ата лотацлях башум давар. У тебя ничего не получится. Баруш квал нихшал тебе кол давар ше нагатаба. Ясное дело, что ты провалишь всю вещь, за что только берешься. О, хавал ше они, они. Или, как жаль, что я это я. Они сунет ацми. Я ненавижу себя. Хавал ше они ло матати. Жаль, что я не умер раньше. Лучше умереть. Хадварима эле клалот. Это проклятие. Афилу шани омер отам к цитут, ани кцат мефахед. Даже когда я произношу или перевожу эти вещи, мне неприятно. Лама? Почему? Ки еш коах бамилим шалану. Потому что есть сила в наших словах. Элоим ацмо бара это олам дерех милим, нахон? Бог сделал этот мир посредством слов, верно? Ху амар яхи ор ва яхи ор. Он произнес, да будет свет, и стал свет. Ава нацор ва нахшов азе. Давайте остановимся, подумаем об этом. Анахну ло Элохим. Мы не боги. Авал неврейну бедмуто. Но сделаны по похожести на него. Ву натан лану хелек меа офи шело. И он дал нам часть его своего характера. А эшарут ливнот. Возможность строить. Лехамци. И изобретать. Лицор. Производить. Лалави машу хадаш. Привносить нечто новое. Оманут, ве сифрут, ве... Искусство, литература. Дварим нифлаим. Замечательные вещи. Шезло ацел баалей хаим ласот кезе. Что животное не способно делать? Анахну мевиим мециют дерех хамилим шелану, ве амахшевот шелану. Мы реализуем это в реальность через наши слова и наши мысли. Аз еш лану коах о леварех о лекалел. Итак, у нас есть сила благословить или проклясть. Зе магдир эт хэ атид. И это описывает будущее. Им ала басис шел хэ авар. Если на основании прошлого они миталех им мерирут. Я иду с горечью. Им эцев дикаон в каас. С грустью, с отчаянием, со злостью. Аз они мамших леахин это дерех халотова. Тогда я продолжаю делать плохую дорогу. Фар их лати. И я уже решил. Шахаим ло их ютовим. Что жизнь будет плохой. Авал они мамлиц лахем микола лев. Но я вам рекомендую от всего сердца. Лешанот это ахлета хазот. Изменить это решение. Велахлит. И решить. Лекабел это эзра шел Элохим. Принимать Божью помощь. Шел анашим маминим би Иешуа. Как людей, верующих в Иешуа. Ве лешанот это дерех. И изменить свою асир леавар. Не быть узником прошлого. Ло льхьот неулим мелукадим летох а гехеном шел леавар. Не быть запертыми в ловушке прошлого. Эли листекел леатид кадима. Но смотреть вперед в будущее. Хашув леварехет эле мисвивейну. Важно благословлять тех, кто вокруг нас. Анахну йохолим лишбор эта клалот ал анашим ахарим. Мы можем разрушать проклятие на других людях. Дерех эмуна. Через веру. Дерех анава. Через смирение. Дерех ахава. Через любовь. Веэлей хадварим ше элоим корей лану элэхэм. И это те вещи, к которым Бог нас призывает. Дерех агаб, зе ло рак милим. И, кстати, это не просто слова. Еш битуй ба англит, слиха, шени хозе ле сфата эм шели. Есть поговорка на английском, извините, что я возвращаюсь к родному языку. You gotta walk the walk, not just talk the talk. Ата хаяв гам литалех, ве ло рак ледабер. Ты должен ходить и не только говорить, не только говорить на словах. Анахну мевиим эт ацмену лема шезе ахи тов ме Элохим. И мы привносим себя к тому, что самое лучшее у Бога. Кшанахну мисравим леахриз ал хара. Когда мы отказываемся провозглашать зло. Катув шееш коах шел хаим вамавет белашон. Написано: жизнь и смерть во власти языка. Элей ше оховим ото. И те, которые любят его. Йохлю эта фри. Вкусь этот плодов его. Зе нахон. Это верно. Аз еш эмет нифлаа. Есть замечательная истина, ше Шаул ашалиах нотен лану, которую нам дает
посланник Шауль. Бешния эле Коринтим. Во втором Коринфянах. Перек хей в пасук 17. Пятая глава, 17 стих. Алкен мишен имца бамашиях у бриа хадеша. Ве хаишанот авру ине нехью хадешот. Итак, кто соединен с Мессией, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. А пасук азе, рака пасук азе, Саша, зе, мелдедоти. Этот стих, только этот стих ободряет меня. Ки ешь дварим ло товим беавар шели. Потому что есть плохие вещи в моем прошлом. Ешь дварим хавар шасити. Есть такие вещи, жаль, что я их сделал. Творим, что хавал, что ло осити. Или вещи, жаль, что я их не сделал. Авал Элохим омер, что они брия хадеша. Но Бог говорит, что я новое творение. Ло рак барега, что ит палати, кедей лекабелет Иешуа. Не только в ту секунду, когда я помолился принять Иешуа. Хайом. Сегодня. Хайом они мехудаш. Сегодня я обновлен. Хайом хе авар зе мехорай. Сегодня прошлое сзади. Они мистакел леатид. И я смотрю в будущее. Ки элу, Элохим эхин ли маасим товим. Потому что Бог приготовил для меня хорошие дела. Яуд тов вемеворах. Хорошее благословенное предназначение. Они роце лишкоах. Я хочу забыть. Это хатаим шали. Свои грехи. Элохим шахах это хатаим шали. Бог забыл мои грехи. Он зарак отам. Леэмек аям. Он выбросил их в глубину морскую. О, вау. Йофи, я не мекаве, что кибалтем идут. Я надеюсь, что вы получили ободрение. Улай афилу шиху. Может даже освобождение. Ве нахну отцим лесаем отпам им пасук азе шел Моше. И мы хотим завершить еще одним стихом. Дварим шлошим пасук 19. Второзаконие 30:19. Хаиду ти бахем хайом. Это шамаем ве это арец. Ахаим ве хамавет. Натати лифанеха. הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. Я сегодня призываю в свидетели небо и землю. Жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Выберите жизнь, и тогда вы, потомки ваши, будете живы. Мамаш туда, шаитам итану. В самом деле, спасибо, что были с вами. Шелуим и варехатхам. Пусть Бог благословит вас. Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам в вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Donate», пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media.